Вот и лето подходит к концу, дорогие друзья. И знаете, для меня это интересно, потому что когда вся природа говорит о том, что лето заканчивается, также она говорит, что следующее начинается. Праздники Господни осеннего периода, они отождествляются с Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккотом. Удивительно, что сегодня утром мы нашли сукку, которая уже строится. Может быть, это чересчур заранее, но это натолкнуло меня на идею о том, что праздникам нужно готовиться заранее, к любым праздникам. Шаббат ли это, праздник это Рош ха-Шана, Йом-Кипур особенно, или Суккот, праздник для всех народов. Когда мы просим Всевышнего о том, чтобы Он благословил народ, землю. Когда мы открыты перед Ним, вспоминаем, что мы были странниками, пришельцами в этой земле. И фактически это хижина, которая хрупка, которая, может быть, неустойчива, этот прообраз нашей жизни, меня и вас. Мы незащищены, но все же мы в безопасности. И Бог благоволит к нам. Бог хочет, чтобы мы были открыты и были защищены Им, надеясь на Него, на Его милость и благость. Это прообраз нашей жизни. И пускай Бог тоже хранит вас во всем.